Так, ребятки, всем здорово. В общем, у меня 2-3 года вылетал банлорд нещадно. Я нашел способ, как избавиться от вылетов. В данном моем случае. Извиняюсь за голос, я просто заболел. Вот. Значит, вам понадобится вот эта программа Процесс Lasso. Вот. Ее запускаем и запускаем баннерлорд. Если что, ссылочка на прогу в описании. Так, дальше что делаем? Переходим в процесс Lasso. Вот у нас загрузка уже нормальная такая. Значится, переходим активные процессы. Вот находим Bannerlord. Соответствие CP всегда. И вот, делайте как у меня, если у вас процессор аналогичный моему. То есть, там 10 ядер, 16 потоков. Да. И отключайте половину примерно. Если у вас 6 ядер, там 12 потоков, пробуйте отключить там 4 потока, там не знаю. В общем, поиграйтесь с настройками процесса. То есть отключайте ядра, потоки. Вот. И смотрите, чтобы у вас загрузка CP была оптимальная, там 70-60%. Вот. Я отключил себе вот столько, и у меня не вылетает вообще теперь. Вот. То есть, как видим, вот эти ядра, они как бы, ну, не задействованы. Даже вот эти вот. А Bannerlord мне грузил вообще все. И у меня OBS вылетал, все вылетало даже до перезагрузки компа. Ну, пишите в комментариях, если вам помогло. В общем, всем спасибо, всем пока.